помню, но, по-моему, этот фильм называется «Монета». То есть у них названия нет. Вот у них 25 аппаратов по Москве, в том числе и здесь. В Леруа Мерлен на Красносельске. Снимаем процесс сдачи мерзли. Как компания по «Монете» называется, вот как это происходит. Берете монетки и всыпаете вот в этот... Подрежь, видно было. Так, это... он просто не справится сразу совсем. Вот, заложили. Теперь начинаем... Сейчас. На экран, чтобы начать. Вот. Выбираем на мобильный телефон. Лично я выбираю на мобильный телефон. Значит, написано, поместить монеты в лоток и нажмите «Продолжить». Монеты есть в лотке, нажимаем «Продолжить». Поднимите крышку монетоприемника. Вот это самое сложное. В этом процессе делается это вот так. А теперь переходите дальше. Вот что происходит. Он начинает их считать. Бьет по номиналу. Разбивает рубли, копейки, там, пятерки, двадцатки и подсчитывает. Это даже интересно, что ты навязал. Это вторая партия будет. И жить тысяча будет. Угу. Вот. Так. Это я понимаю, да. Отсек от браковки. Это вот здесь. Вот здесь несколько монет. Я их сразу попробую еще раз. Пошли. Засыпаю вторую часть. Добавить еще деньги нажимаю. Подожди, сейчас здесь сниму еще. Угу. И продолжает. По номиналу. Так. Люди почему-то не приняли. Ну ладно, смотрите. Идем дальше. Все. Нажимаем продолжить. Да, сейчас, учитывая, что мы все это помещаем на телефон, значит, надо будет ввести номер телефона. Вот сейчас все почитает. Вот эту сумму сниму итоговую. Я показываю. 1710. Вот. Теперь он требует ввести номер телефона. Нажимаю. Телефон. Проверяем. Вот смотри. Все, перевести. Так, и еще он говорит, хотите, мы отправим электронную копию на ваш e-mail. Я обычно прошу, потому что у них бывают зигзаги. Далее. Нажимаем «Отправить чек». А, вот еще. Они дают вот такой вот чек. Этого процесса. Вот. По итогам, чтобы человек оставался, если... чего сумма не так будет. Согласна официальным данным. Завершить? Да, завершаем. Вот, собственно,